образ, устремленный в души и сердца людей, проникновенный и по-настоящему народный. В устах Батмыханды Аюшеевой старинные бурятские песни обретают новую жизнь. Бог мне дал голос, чтобы обрадовать людей, поэтому я как бы воспринимаю это как и есть. Моя мама говорит, раз тебе дал голос, говорит Бог, ты должна старых людей в деревнях ездить. Там не только вот в столице, в концертном зале, да? Следуя родительскому совету, вот уже год после продолжительного перерыва певица плодотворно занимается творчеством. С музыкой просыпается, с ней же и засыпает. Провести акустический концерт согласилась с удовольствием. Правда, одного не хватило. Зрители просили еще и вновь аншлаг. На одной сцене с дивой бурятской эстрады виртуозные музыканты Батувшин Балданцерен, Евгений Селезнев и Бато Гуранов. А то, что они сегодня у нас в гостях, у нас показывают свое творчество, это огромная честь для нашего ресторана, для меня лично. Это мои добрые друзья на самом деле. Летние музыкальные вечера в ресторане «Чингисхан» уже скоро переименуются в осенние. В планах новая, не менее эффектная программа. Ксения Шабаева, Сергей Петров. Новости дня.